Звание «Заслуженный металлург России» удостоен сотрудник ММК Андрей Горбатов. 30 лет вальцовщик стана 2350, работает с горячим металлом. Вместе с ним в смену вышла и наша съемочная группа. Легендарный стан 2350 во время Великой Отечественной войны на нем делали броневые листы. Сейчас прокат используется в судо- и мотостроении. Андрей Валерьевич Горбатов знает его досконально. 30 лет с горячим металлом. Температура достигает 800 градусов. Жар чувствуется в нескольких метрах, а старший вальцовщик находится от проката на расстоянии вытянутой руки. Работы очень много. Две клетки здесь. Их надо настроить, посмотреть, все в порядке. Замер листов. Качество, поверхностность листа, плоскость листовой. Ну, контроль, в основном контроль старшего вальцовщика заключается. Моя работа. Все время возле горячего металла практически находимся. И летом, и зимой. Вальцовщик – основная профессия в прокатном производстве. На предприятии говорят, чтобы освоить ее, нужно несколько лет. А зам своего дела Андрей Валерьевич учился в 13-м училище. А первые практические навыки получил на 3-м Блюминге, где впервые в истории металлургии прокатали броневой лист. Когда его закрыли, Андрей Горбатов перевелся на стан 2350. Очень требователен себе к работе, это во-первых, и коллегам к своим. Большим авторитетом пользуется у коллег, и не только, и также у начальства. Старший вальцовщик не просто знает, как устроена клеть, он замечает малейшие изменения в ее работе. Параметры проката тоже видит на глаз. А с коллегами понимают друг друга без слов. Язык жестов здесь гораздо красноречивее любых объяснений. Но иногда Андрей Валерьевич поднимается на пульт управления, чтобы удостовериться, все ли работает как часы. Их бригада – давно слаженный коллектив. Именно напарники и сообщили Андрею Горбатову, что теперь он не старший, а заслуженный. Пришел на работу с утра. Ребята мне доложили. Газету как почитать не получилось бы. Я сначала не поверил бы. Пришел домой, открыл, посмотрел. Действительно. Получив почетное звание «Заслуженный металлург России», Андрей Валерьевич продолжит работать на своем стане горячей прокатки. Говорит, что пока есть желание и силы, будет делиться своим опытом с молодыми. Евгения Салахутдинова, Ксения Перчаткина, Влад Набиев, телекомпания ТВН.